Министерство иностранных дел России подчеркивает необходимость неукоснительного соблюдения всех положений комплекса мер по выполнению Минских соглашений, который был принят 12 февраля в Минске контактной группой по Украине и поддержан главами России, Германии, Франции и Украины. Российская сторона приветствует решимость ополченцев Донбасса осуществить отвод тяжелых вооружений в целях создания зоны безопасности в соответствии с упомянутым документом. Как известно, стороны в Минских договоренностях от 12 февраля нынешнего года призвали специальную мониторинговую миссию ОБСЕ на Украине и совместный центр по координации и контролю активизировать свою работу, оказывать содействие в выполнении и осуществлять мониторинг отвода тяжелых вооружений. Вызывает сожаление, что специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине, ссылаясь на отсутствие неких инструкций, не проявляет должного стремления к исполнению возложенных на нее функций и уклоняется от мониторинга выполнения сторонами конфликта обязательств по отводу тяжелого вооружения. При этом отмечаем, что план отвода тяжелого вооружения был согласован в рамках совместного центра по координации и контролю и известен миссии ОБСЕ. Ожидаем, что специальная мониторинговая миссия ОБСЕ незамедлительно приступит к выполнению возложенных на нее функций мониторинга и верификации отвода тяжелого вооружения всеми сторонами конфликта.